Приветик! Сегодня мы начинаем достаточно серьезное выживание в мире зомби-апокалипсиса в игре Project Zomboid. Впереди много интересного, веселого и достаточно трешового. Приятного просмотра. Совок, открытая балаклава, шарф. О, бля, шарф надо надеть. Блять, сильно дохуя их тут трёса, нахуй. Ты как себя чувствуешь, ну типа по этим... По состоянию драться можешь? Можешь избавиться от дураков, нахуй? Я, хотя я их сейчас уведу. Я неимоверно усталый. Я такая же хуйня. А, блядь. Блядь, гвоздь. Давай я тебя сейчас, блядь, землю нахуй забью. Тихо-тихо-тихо, я иду. Нормально. А, ну все, их двое. Блядь, а... Сильная передозировка. Че, еще не прошла? Ну, убыло вообще прям пиздец. Сейчас уже полегчено. Грабли, маленький лист металла. А вообще, зачем штукатурку можно... А вот когда здание, пизда, они трескаются, типа, понял? Вроде как ее там в ведре с водой мешаешь, и можешь восстанавливать, типа, стены, чтобы не убирать эти трещины. Я думал, а цемент... Может, пошли немножко поспим? Ну, ща, погоди. Тут вот есть в гараже стулья. Вот тут вот. Пойдем поспим. Ой, журнал «Агрорыцарь». Блядь. Мешок цемента 2. Ой, кассет. Рэп для Христа. Журнал танцев, поваренок. Просто орда рядом. Могут прибежать. А я очень уставший. Я прям настолько уставший, что не могу даже бегать, что-то понимал. Через забор даже не перепрыгну. Ну ты ладно, у тебя что, огнестрел кончился? Заряди пистолет. Так что пистолет, у меня плохая точность. Я дохуя, я не смогу убежать от них, чтобы ты понимал. У меня будет слишком мало этого. Слишком много времени будет уходить на то, чтобы, блядь, оторваться пешком и развернуться и начать стрелять. Если я настолько уставший. Ой. Я почему-то не хочу спать. Я хотел спать, но теперь я не хочу спать. У меня просто пропал сон, короче. Я типа могу лечь спать, но у меня сна вообще типа нет, нахуй. То есть... Состояние. Хотя я жестко, ну типа я жестко хотел прям спать, прям люто хотел спать. А теперь просто иконка сна пропала, и я теперь просто хочу отдохнуть. У меня просто изнеможение жесткое. Ну что, это хроническую сонливость переросло? Не знаю, может это из-за таблеток мешок было. Мешок гравия. Лист металла. Вот лист металла бы я бы забрал на самом деле, чтобы там нам, может, эти окна позаколачивать. Как думаешь, брать? Листы металла? Возьми. Только нужно маску найти будет. Нет, да, чтобы заваривать, не нет. А, ну ладно. Блять, отстаньте, ёбаный рот. Ух, нихуя себе, блядь. И... Говорил же, надо было отдохнуть, старик. Отдохнули бы, как раз вот до утра спали бы с тобой. Блядь, пиздец. Да я дурак, блядь, пизда. Блядь, быстрее бинт прикладывай на шею, блядь, главное на шею, нахуй. Через забор перепрыгнешь. Бля, начиналось все так красиво. Бля, гемостоп, пожалуйста, гемостоп. Иди через забор перепрыгни, если можешь. Наебал. Иди, обходи. Скидывай просто лут. Лут вот кидай на землю возле тачки. Скидывай его, если в перевесе. Кувалду нахуй с рук выкини. Не перелезешь, у тебя мало сил. Бля, там толпа, там арта, не иди туда. Не иди. Не-не-не-не-не. Они всегда. Пизда, я умер. Чего?
Кровотечение, блядь. Бля, стой. Стой. На. На бинт. На бинта. Быстрее. Блядь, блядь, сука. Блядь, они лупят, они лупят. Ладно. У тебя есть сигарки, ты находил? Ой, блядь. Сигары? На. Сигна, ну. Может быть, в фургоне. Ну, в грузовике. Так, у меня нет. Ты там успеваешь? Да, да. Мчу. Заправка. А, ну, были на ней, походу. Да, вон тачки. Ты вперед поехал, да, по трассе? Угу. Погоди-ка. А не, показалось. Поехали. Тормозил немножко я тут. Ой, смотри там. О-о-о. Слушай, там сейчас будет парковка. Увидишь там, короче, грузан огромный стоит с топляком. На, конечно, интересно, но, наверное, брать его не будем. Потом, да. Надо метку поставить, черпануть. Походу гаражи. А так мы в Малдра. Мы с тобой в Малдра. Тут склады какие-то. Можем зайти, хочешь? Или поедем туда уже, как наметили. Давай заглянем. Давай заглянем. Все. Расчехляем молотки нам. Фу, блядь, невменяемо выбежал на стопором, блядь. О, там толпище бежит. Давай убьем их. Да, ну давай. Ладно, я, короче, беру вот тут. Опа. Ой, тебя кусануло? Неа. Нормально, что у них есть? Вот комплект определения групп крови, нормально. Так, слышишь, вот у меня телек идет. Ты слышишь, что? Телек? Да. Может, у нас шиза началась какая-то? Не-не, у меня телек идет. У меня не слышу. Я нормально. Я слышу, на улице сирена играет. Ну, именно. В игре? Да, да. Где-то далеко прям. Подвеска. Так. Бронированная дверь. Домкрат надо? Да я вот не помню, есть он или нет. Ну возьми, чуть что выкинем потом. Скрепки. Тактическая мачете. Заберешь? Где? А ты думаешь? У меня есть. Я взял. Так. Кувалда, еще одна, бля. Игра в Родину, все. На туре, слышь. Где-то в гаражах тут шаришься? А, да, в соседнем здании, вот. В таком же, как и ты. Там одинаково. Две кувалды, блядь. Это пиздец. Пизда. Смотри. Опа. Да, большие гаражи. О, фляга. Лопата у нас есть, я не помню. Так, прутки, проволока. Да, у меня собака, у меня. Садовые вилы заберу. Походный топор. Надо как настоящие домушники действовать. Вот так вот. Идем сюда. Блять. Боб-строитель. Блять. Уровень везения просто. Стакан. Слушай, можно диван отсюда пиздануть. На, возьми, смотри, что у меня есть. Их просто две у меня. О, ну вот это все. А. У меня как раз топор ломается. Стул пластиковый, складной стул. АФК. О, удобрение надо забрать. Пуньк, забрал.
плане у меня. Так, что за тут лежал? Деревянный барный стул. Можно мебели понабиздить домой. Да нахуй оно надо. Надо ехать куда-нибудь в какой-нибудь Raven Creek. А вот состоит Raven Creek? Да. Блин. Ну нихуя себе, ты развалил. Ты вот эту хуйню залезал? Да, там все про. Да, тут здесь все прорейжено. Там ну, гаражи тоже. Ну все, поехали отсюда. Ну погнали. Что тут? Тут, кстати, может быть какая-то барчелла рядом должна быть. Или нет? Не помню уже. Ай, хуй меня. Погнали. А, я знаю, что это за склад сейчас. Лучше сразу тогда подъехать. Ой, там прицеп на прокаче есть. Еще один прицеп сейчас снимаю. Бля, ты что, дура? Ёпта, что с тобой? Что за сирена там пиликает все? Ну это этот мод на вертолеты, походу, это он вот выдает приколы. Так, а куда я кувалду сложил? Была же. Я проебунькал ее. Я не должен был. Инструмент. Все, готовы, граждане. Лежать нахуй. О, еще пистолет. Карта с заметочками. Бля, куда ты кувалда делась, короче, слушай. Сейчас я прибегу с ней. О, нормальный пистолет, слушай, нашел. С собой мой. С собой мой. Красиво. Шею в прицеп выложил. Бля, я мелочен, пиздец. Или мне страшно хуками. А что тут поломать тебе надо? Да уже, наверное, не надо. Я вскрыл дверь. Сейчас я изнутри открою. А, ты там уже рубишь их. Краска. Пожарный топор заберу. Мешок. О, горелку заберу. Надо. Гарки. Аллилуйя. О, круто. О, лист металла тоже заберу. Ой, нашел твой так, топор. Мачете. Кирка. Кирка нужна? Кирка? Ну, ей прикольно зомби бить. Она вообще просто имба. А, я думал, она как инструмент идет. Нормально. О, две кувалды, заебись. Что-то игра пройдена, походу, слушай. Ну это вообще как-то. Удаляем нахуй. Да, все. Лейка, замок. Садовая пила. Походный топорик. Ганклининг кит. Лопата для снега. О, вот это надо взять. Присадочные прутки. Краска. Надо она краска, кованый молот. Это было. О. Забрать. Металлическая труба, прут. О, дровяная печь у нас была. Топор большой, дровосека нашел. Ну блин, она тяжелая. Надо полностью раздеться, чтобы ее вынести. Сейчас я короче так. Я скину шмотки, и я тогда заложу ее вот. Только ботинки не снимай. А то ноги себе порежешь. Так. Пистоль. Вот это. Вот это. Ну, я нашел только семена клубники пока что. Ебаный в рот.
молоток с круглым бойком. Это отдельная дичь. Первый раз такой вижу. Отдельная дичь. Нашел два топора, с которыми ты бегаешь. И закинул себе в багажник. Если что, отлично. Там найдешь. Так, я печку загружаю в машину. Все. Ништяк. Краска. Садовая пила снова. Сейчас зачем? Малярная кисть. О. Бери. Можно покрасить. Можно стену красить теперь. Ну, в принципе, все. Давайте-ка. Я вот краску заберу. Топор заберу. И полетели, короче, тогда. О, нашел виллы садовые. Тоже имба. Я обожаю. О. Все, ты готов, да? Выезжай. А, я пока прицеп заберу. Давай. Бля, надо помыться. А то мой персонаж дуреет. Пускай пока моется, я сейчас отойду на минутку. Ты перед челом раздеваешься и грязный, блядь. Да-да-да. Я упал, отвечаю просто, нахуй. Я думаю, вот и рофлишь, нахуй, пиздец. Ой, блядь, пиздец, чел. Красиво. Нет, это было вообще просто эпик, нахуй. Лучше, лучше. Всё, я готов. Поехали. О, тихо-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 
звериной вошел на. Сейчас я заднюю дам. Блять, успели. Нормально. О, смотри, хамбик стоит. О, нихера себе тут машинка. А он нагьёбан, да. Ты проедешь там? Проеду. Сейчас, погоди, стой, стой, есть, езжай. Блять, меня походу укусили. А, нет, порвали одежду, но ничего страшного. Ой, тут две аж такие машины. Может поцелеет, кстати. Давай, глянь. Так, тут опять на дороге кавардак, блядь. Я понял. Надо, блядь, не стритрейсить, да. Бля, я об двух зомбарей так стукнулся, будто там, блядь, бетонный столб стоял. Ты уже все нашел, все? Я тут завод какой-то увидел. Или поедем дальше? Поедем дальше. Конечно, гений. Да пизда, блядь. Объезжай. Ну, ёпта, ты чё столкнуть не можешь на этом... Блядь, тормозист ёбаный. Блядь, пиздец, нахуй. Заболел, блядь, дуразин. Ща, ща как тогда, как в первый раз, блядь. Да не, вроде всё нормально. У меня хп на полную, я пожрал, мне тепло.
въебал таблеток, конечно, просто невероятное количество, блядь. 5 штук таблеток въебал. Не знаю, как меня еще не передознуло, блядь, в хазанах. Бля, шлем у тебя балдежный вообще. Прям балдеж-балдеж. Ладно, если что, присоединяйся, короче, я сплю. Здесь, в центре города. Сейчас подъеду. Ну тут нормально так, дураков. Дураёбов, только нахуй наплодилось, блядь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А, ты там это, нахуй, не чузи. Как тогда в Рейвенкрике мы с тобой, я, блядь, из дробовика пальнул, короче. Или где мы там были. Ой, я, кстати, зарейдил недавно оттуда. Я вот, ты мне звонил, я в ней бегал. Ебашился с ними там. Ух ты, блядь. Пидарьё. Лежать на. Лежать на. Ты пока не стреляй, если что, потому что у меня патронов недостаточно, чтобы тут полгорода перебить. Нахуй порублю, блядь. Шею укусили, падла. Так, ты с ними сам там разбирайся, потому что у меня рука просто в хлам разрочена. Я могу пострелять. А, так они дураками стоят, не понимают. О, тут 5.56. Ну. Нормально, 7.62. Ну. У, блядь. Опа. А, блядь, не та двухстволка. Блять, скажите мне, что тут есть нормальные патроны, на. Вот, пожалуй, вот эти патрики я заберу. Два желтое здание, потому что я что-то его не вижу. А я вижу. А, блять! Я понял, где это, нахуй, походу. Все, я пиздую туда, я рядом. Вообще рядом. Сейчас поедем. Так, сверяемся с картой. Да, все. Блять, я уснул, ёптать. Да ну на. Ну так бахни чайного пакетика, сожри, что происходит. Ладно, погоди. Стой. Не выходи пока. Я кое-что проверю. Можно проехать по железке. Походу. Да. Поехали по железной дороге. Там слева железка есть. Она чистая. Блять, у меня фары разбиты. Или их нет вообще, типа. Блять. Ебался, блять. На ровном месте, сука. Да нормально, да. О, и сейчас тупо придерживаемся главной дороги и никуда не сворачивать. Просто по главной лупи, и ты приедешь к блокпосту. Тут уже хуйня осталась. Тут в этом лесу, вот здесь, если прямо там вот доехать до конца, и, короче, блядь, вот тут еще можно повернуть направо, там есть лес, там, короче, блядь, такой пиздатый, охуительный есть, блядь, это, как там, походу, не там едем, но, ну, может, и там, хуй знает, там есть такой пиздатый, короче, домик, там озеро такое, там, типа, как, блядь, такая туристическая база, нахуй, понял? Ну, я там выживал на ПВП. Прикольно, короче, там было. Да, тут, короче, тачек может быть разъебанных, ебаный хуй. Блядь, подожди. Подожди, мы, походу, не туда с тобой заехали. Сейчас я проверю карту. Сейчас просто проверю карту и... Да, нам надо выехать. Мы по железной дороге едем с тобой, короче, выезжай. Не спеши, я тебя подожду, пока ты развернешься. Бля, их там должно быть нормально на этом... На кордоне, нахуй.
них будет, по идее, там вообще заебись, нахуй. Я туда постоянно затаренный ездил, я там базу все как-то делал. Затаренный прям приезжал с Патриками, со всей хуйней. И уже начинал там, короче, разбор полета, как-то, нахуй. Они там прут, нахуй, отовсюду, блядь, у них там, нахуй. Там еще, вот у меня, не знаю, но у меня мод стоял. Я не знаю, каким модом он, типа, связывается, но оттуда вот там, короче, типа, как такая будет, получается, палатка большая, такая, типа, мобильная палатка, а в ней, как бы, типа, как медотсек, понял, такой? И, получается, с него выбегал, блядь, пришелец, нахуй, понял? Ты в гавайской рубашке, вот это, понял, нахуй? Увидел таких, нахуй? Да, ну, это мод, да. Как бы, это с вертолетов дропаются такие, нахуй, ну, типа, прилетающих вертолет. А у меня оттуда, нахуй, выбегал петух такой. Я думаю, нихуя себе, это хорошо, что я половину, которая оттуда вышла, положил, нахуй, типа, а он пока там вымораживает. А он какой-то сильный? Да нет, он просто бегает. Все ходят, типа, блядь, а он бежал конкретно, нахуй. Я думаю, да ну тебя нахуй, так испугал меня, еще ночь была, нахуй, я без фонарика был, нахуй. Ну, типа, блядь, там в двух руках у меня что-то там бита была или монтировка, нахуй, я хлупил. А вот, блядь. И я, нахуй, охуел, думаю, нихуя себе, ты ебанутый, так что там, смотри, аккуратно, может, будет такая хуйня, если, может, мод стоит. Может, если он здесь действует с этим, скажем, с хеликоптером, этим ебаным. Хеликоптер, блядь! Ах, нахуй, ебал. Бля, ну ты там, да, спиди-гонщик, ебать, пиздец, ебашишь, нахуй, ебать, ебать. Конечно, блядь. Я, блядь, на своей этой, блядь, фуре топлю тут, нахуй, еле, не знаю, блядь, тащусь, нахуй, сука, колеса. Жопу свою по трассе по этой. Так, погоди, здесь. Ты проехал уже этот, как там, железку? Повернул налево вверх. Пусть знает, куда я повернуть должен был. Там железка была, короче, ты должен был налево вверх повернуть. Сейчас проехать вверх немножко, потом свернуть обратно. Ой, блядь, ебался был прям перед поворотом, нахуй, такой, сука. Невидимый поворот, блядь, какой-то был, нахуй, там стояла машина. Ух ты, какой здесь этот комп, этот прицеп огромный. Как от фуры. У меня уже военные пошли, нахуй. Невидимые зомби, нахуй. Военный рюкзак надо забрать. О, вот он, кордон. А, ты приехал, значит. Блять, я спать захотел, сука, дурак это. Открывай, сейчас я их ломану. Я заболел. Бля, да ну нахуй, надо таблы. У меня прям с собой все есть, вот прям. Смотри, вот так, забирай, на, скидываю. Потом забирай, а бейсболы должны у тебя быть. Вот так вот забирай. И вот так вот забирай, все, все скинул тебе. Прут нахуй. Ай, кусаются. А? Сейчас. Я нормально. Зомби фиксир у меня есть. Может его сразу въебать? Или он так не действует? Нет. Не знаю. Лучше не надо. Потому что мне надо в магазин.